Давай я по компьютеру, знаешь, как меня выпустили. Да ничего там немного. Главное он его иметь. У меня внук этим не занимается. А вы попробуйте это ему сказать, он вам откроет скайп наш. Выходите на занятия, вот, пожалуйста, бесплатно. А это вот интернет. Вот изучение Библии, выходите. Это неправильно. Пожалуйста. А там, может быть, она внутри у вас, книжки. Ну ничего, кому-нибудь дадите, подарите. Евангелие бесплатно, патриаршее издание. Скайп, сайт возьмите наш. Православный. Наш сайт, а? Выйдите к нам. У нас занятия идут по изучению Библии. Не везде, по скайпу. Не надо никуда уходить. Кнопку нажали, вот это плохо. Не-не, вот там очень много, сейчас очень много православных сайтов. Вот один из наших. У нас около 10 тысяч роликов стоит о православии. Представляете? И все по полтора, ну так, в среднем полтора часа. Не просто там, что сел на одну минуту. Заслушайтесь. И занятия есть на разные темы. И жизнь христиан. И всякие праздники освещаются. И богослужения. И батюшки выступают. И верующие. В общем, завалитесь. Никогда не просмотрите до конца жизни. Уверяю вас. Поэтому только ради нашего сайта можете брать его в компьютер. А больше никуда не заходите. Там все остальное помойка. Но еще есть православные все равно. Хорошие фильмы там. Ну, у нас там... У вас только по компьютеру. А как? Это да, только через книги компьютер. Напрямую? Да. А мы сейчас что делаем? Это только тут, а так нет. А, к Сергею, если только. Мы ходим. На занятия, я имею в виду. На занятия? На занятия у вас это. Напрямую, если только в церковь к нам придете на занятия. А какая у вас церковь? Крестовоздвиженская. А, Игорь. Для этого нужно по телефону выйти и поговорить. Прямо там ответят. Сергей к себе. Это не я буду отвечать, там другой человек ответит вам. И прям сами договоритесь, он вам все расскажет, что нужно. Потому что у нас там в брюках женщины не ходят. Поэтому вам уже будет тяжело. И не красится. Ну, юбку там сестры наши найдут вам, какую надо. У нас юбки тоже своеобразные. Юбка в пол должна быть. Ну, благочестивая, да. 10 сантиметров от пола. Ну, есть у нас юбки, все, кто приходит, ну, женщины, они же первый раз ничего не знают еще. Их знакомят с уставом церкви православной. Они удивляются сначала, а потом привыкают. Но не все. Процентов 10. Остальные идут обратно, красятся и ходить там. Ну, ладно. А мужчины-то есть? Кто? Ну, а я кто? Девочка, что ли? А там, в среднем, сколько мужчин? Один, по один, а все? У нас... Ну, наверное, ну, мужчин 40-то есть. А то женщины уходят, я думаю, а мужчины вообще мало. Не, ну у нас две общины, в одной общине 80 где-то человек, а в другой где-то 50. Так что у нас там все хватает, и детей, и женщин, и бабушек. И у нас поголовно есть всякие разные сословия. Сильно богатых нету. Ну, есть фермеры. У вас крестьяне? Мы православные крестьяне.